Ежедневно сводки новостей по всей России пестрят статистикой об угонах автомобилей. Количество похищенных машин с каждым годом становится больше. Какая ситуация сложилась в Мирнинском районе, узнавала Мария Урцева. «Жигули», «Лада Приора», «Форд Фокус», «Киа Рио» и «Хендай Солярис» – самые угоняемые машины по стране. Об этом говорят данные автосайтов. Как правило, их воруют, чтобы разобрать на запчасти. По словам госавтоинспекции, у нас в районе причиной угонов становятся развлекательные цели. Рейтинг возглавляют авто отечественного производства. В 2016 году у нас было угнано 3 Нивы, 2 автомобиля марки ВАЗ-2106. Всего из 12 угнанных машин 9 из них были отечественные. Чтобы узнать мнение автовладельцев о ситуации с угонами, мы провели опрос. По мнению респондентов, такие преступления в городе случаются редко. Они вспоминали советские времена, когда люди больше доверяли друг другу, а кто-то шутил. Когда вы от автомобиля отлучаетесь, закрываете ли вы автомобиль, ставите на сигнализацию? Не всегда. А почему? Ну как, в советские времена еще привычка осталась, что не сильно угоняет. Не думаю, что Ниву-то угонят. Я даже машину не закрываю. Считаете, что безопасно? А вы почему думаете, травматология у нас полная? Это вот кто мою машину гоняет, я сразу попаду туда. Несмотря на небольшое количество угонов в Мирнинском районе, они все-таки случаются. Виной всему – беспечность самих автовладельцев. Поэтому, чтобы не остаться без железного друга, достаточно соблюдать элементарные правила защиты. Мария Урцева, Тимур Шерижек, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».